Сегодня участники велопробега «Наши дети» находятся на базе отдыха Тепсей, но там нет телевизионной связи, поэтому мы вернулись сюда, в Минусинск, чтобы рассказать и показать вам, как ребята провели сегодняшний день. Так вот, самое главное, конечно же, было это восхождение на гору Одиссей. Это 600 метров, кажется, что это не очень много, но тем не менее 600 метров восхождения. И для ребят, и для участников съемочной группы это, конечно же, было серьезное испытание, потому что около часа пришлось взбираться на гору. Но это все окупилось сторицей, потому что оттуда, с высоты этой горы, открываются просто какие-то невероятно потрясающие виды. И на гору Тепсей, который находится через залив Красноярского моря. И само Красноярское море волшебное в этом месте совершенно. И сама вот эта гора, на которую поднялись участники проекта «Одиссей», вот местные жители, вот тот гид, который нас вел, рассказали о том, что это такое волшебное, действительно особое место, место силы некоторые считают. И там вот очень важно как-то почувствовать свою связь с природой. И тогда, может быть, будет и больше сил, и больше энергии, и, может быть, больше даже удачи. И вот некоторые ребята посидели, подумали, немножко даже как бы помедитировали. Ну и потом, конечно же, насладясь всеми этими прекрасными видами, спустились обратно вниз в лагерь, в палаточный лагерь, где состоялись небольшие такие развлекательные мероприятия, игра в волейбол, проход полосы препятствий. Ну а мы продолжаем наш проект. Завтра все участники отправятся в Краснотуранск. И там нас ожидают, конечно же, новые встречи, новые впечатления. Ну и новые особенные волшебные экскурсии, я надеюсь. При поддержке Красцветмета.